Курдские отряды самообороны вернули контроль над большей частью сирийского города Кобани у границы с Турцией. Они занимают приблизительно 80% территории населенного пункта. Уже несколько месяцев захватить Кобани пытаются боевики группировки «Исламское государство». Для них это стратегически важный пункт в продвижении на еще более обширные территории Сирии. В течение декабря и января ВВС международной коалиции под эгидой США практически ежедневно наносило авиаудары по позициям боевиков близ города. Одновременно курдские отряды проводили наземное наступление. Между тем, в Алеппо боевики из недавно сформированной группировки «Фронт Шамия» используют самодельные гаубицы, чтобы наносить удары по правительственным сирийским войскам в некоторых районах города. Об этом свидетельствуют кадры, загруженные в социальные сети. Фронт Шамия был создан в конце декабря. Он борется с силами Башара аль-Асада за контроль над населенным пунктом. За Алеппо также ведут бои фронт Нусра и «Исламское государство». Также боевые действия продолжаются и в городе Дума на юго-востоке страны. Там правительственная авиация нанесла несколько ударов по жилым кварталам. Об этом также говорят кадры, загруженные в интернет. Подтвердить их подлинность невозможно. При этом, по данным организации Syrian Observatory for Human Rights, бои в Думе ведутся и между разными группировками боевиков. Как предполагается, они сражаются за территории. Дума – это стратегический пункт, расположенный на одной из главных дорог, соединяющих столицу Дамаск с городом Хомс и другими территориями на севере Сирии.